Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим самый простой и вкусный кекс к чаю. Для приготовления нам потребуется 3 крупных яйца, 200 грамм сахарного песка, 200 грамм сметаны, у меня 20% жирности, 170 грамм муки, чайная ложка разрыхлителя с горкой и столовая ложка какао-порошка. У меня яйца крупные, даже одно попалось двухжелтковое. В принципе, я использовала 3 яйца. Нам необходимо взбить яйца и сахарный песок с помощью миксера. Взбиваем массу 4-5 минут с помощью миксера. В получившуюся массу добавляем сметану и аккуратно вмешиваем лопаточкой, уже ничего не взбивая. Добавляем просеянную муку. Сразу всю. И в муку, пока не размешали, добавим разрыхлитель. Добавляем чайную ложку разрыхлителя и аккуратно все размешиваем в одном направлении снизу вверх. Чашу мультиварки смазываем сливочным маслом дно и бока. Выливаем в чашу тесто. Тесто получается достаточно жидким. Готовому тесту необходимо сразу дать выпекаться, стоять оно не должно. Далее сверху тесто посыпаем столовой ложкой примерно какао-порошка. Небольшой слой какао должен образоваться. Все это мы делаем с помощью сита. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме выпечка или мультиповар 125 градусов 1 час. Через час кекс будет полностью готов. Прошел час. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Отключаем подогрев и через 5 минут будем доставать. Достаем кекс с помощью корзины пароварки. Вот такой кекс у меня получился. Можно его оставить именно таким. Я сверху еще украшу сгущенным молоком. Вот таким образом. Тонким слоем покрываю. И выложу орешки. В принципе, это делать не обязательно. Итак, кекс у меня полностью готов. Давайте посмотрим, как он выглядит в разрезе. Он получается невысокий, но очень вкусный. Кекс получается в меру сладким, сочным и очень вкусным. Из простых и доступных ингредиентов получается очень вкусный кекс. Думаю, многим он очень понравится. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, а также за подписку. Если вы хотите первыми получать рецепт, не забудьте нажать на колокольчик на моем канале. Приятного чаепития и до новых встреч!